При выращивании эустомы из семян нужны определенные навыки, но постараться стоит. Великолепное растение украсит сад с июля до первых заморозков, вызывая восхищение гостей и соседей. Следует учесть, что рассада растет медленно. Зацветает эустома через 15 недель от посева семян. Сеять ее на рассаду следует с середины января, и сеятцам потребуется дополнительное освещение. Для посева можно использовать магазинный грунт для выращивания синполи. Также подойдет смесь торфа, земли и песка, которую необходимо просеять и пропарить. Для посева плошку дезинфицируют, наполняют почвой и увлажняют. Дрожжированные семена раскладывают по поверхности, увлажняют из распылителя. Плошку помещают в полиэтилен и ставят под лампу дневного света. Рассаду выращивают под лампой до середины марта при температуре до 25 градусов. Для появления всходов потребуется 10-12 дней. Сеянцы растут медленно, так как развивается корневая система. С появлением нескольких пар листьев растения пикируют. После этого используют фунгициды с поливом, чтобы всходы не чернели. Пикируют рассаду в горшки 6 см с той же почвосмесью. Ростки сажают в лунки. Корневая шейка должна находиться на уровне почвы. В середине марта эустому пересаживают с комом в горшки 9 см. Оставшееся место заполняют почвой и поливают. В дальнейшем требуются регулярные поливы. Раз в 2 недели вносят минеральные удобрения. Выращивание рассады осуществляется при 20-22 градусах. Рассаду можно высаживать, когда появятся до 6 пар листьев. Высаживают эустому в рыхлую почву на безветренном участке в полутень. Предварительно почву перекапывают и вносят минеральные удобрения. После высадки рассады почву поливают. Уход включает рыхление, полив и подкормки. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до встречи в следующих выпусках.